Развитая инфраструктура, дорожная сеть и, главное, совершенно иной подход к строительству, чем в целом по области. Мало того, что ветхого жилья практически не осталось, жильцов новых домов обеспечивают всем необходимым еще до того, как они вселятся в квартиры. И это уникальный опыт для всего Подмосковья. Юлия Абдуллаева оценила плюсы и минусы жизни с нуля в микрорайоне. С одной стороны высотки в квадратик, с другой – отделанные кирпичом. Этот дом уже получил свое имя. В Реутове его называют «Стрелой». Он и задумывался как архитектурный акцент микрорайона. Здесь уже сегодня, спустя менее чем 2 года после начала строительства, в квартирах вовсю идут ремонты. В 2005 году отказались от панельного типового домостроения. И у нас все жилые дома сейчас строятся по индивидуальному проекту. Вот здесь получается один подъезд, и в подъезде на каждом этаже... По 9 квартир. Учитывая, что такая этажность, поэтому у нас 4 лифта. Ни одной квартиры похожей на другую. Здесь даже переходные балконы необычной треугольной формы. Но самым популярным в области этот микрорайон стал совершенно по другой причине. Вот так сейчас сдают дома, чтобы это был микрорайон, но в начале школы и сады. Нет, очень редко, очень редко. Я могу сказать, что поблизости у нас нет. Я бываю редко очень на северной части Московской области, а вот южный и восток у нас это как бы, можно сказать, пример. Главный архитектор города вспоминает время, когда этот микрорайон только проектировали. У администрации было одно требование к застройщикам. Комплекс должен включать в себя школы, сады, парковки. И сдать их нужно в первую очередь. Конкурс на освоение территории выиграли самые смелые. Евгений Викторович, а вот что это сейчас? Вот сложно определить по таким построениям. Да, ну это будущий торговый центр. Здесь только не будет, будут не только промышленные товары, но и продукты первой необходимости. Потому что у нас есть, строится вот рядом с Носовихинским шоссе, большой торговый центр, торгово-развлекательный центр. Это будет где-то раза 4 больше, чем наш экватор. Архитектура как математика. Местоположение таких объектов рассчитывают по формуле радиуса доступности. Количество парковочных мест по числу потенциальных автовладельцев. Практически в каждом квадрате домов вот такие ворота. Обычно вот гаражи, когда стоят, только, они используются только под гаражи. Да? А когда они подземные, это может быть невыгодно с точки зрения финансирования, да, потому что здесь огромные, так сказать, работы по поводу гидроизоляции, пристены, дренажные системы, все. Вот. Но мы эффективно используем крышу гаража. Пространство обустроенное, светоотражающие отбойники, система пожаротушения и дымоудаления, наливной пол. Все это не обязательно, но уровень обязывает. Учитывая, что здесь где-то порядка 18 тысяч будет численность населения, да? У нас 2 школы по 1100 мест, вот, и при нормативах 120 учащихся на 1000 у нас это все с запасом, и детские сады тоже с запасом. В каждом дворе спортивные детские площадки, 2 школы, 3 сада, поликлиника на первых этажах домов, кружки, аптеки, молочные кухни. С введением в эксплуатацию всех 20 домов Реутов перейдет в новую категорию по численности населения – из малых в средние.